Люди с буквы «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Это умы, стремящиеся к обобщениям, желающие постигнуть действительность в ее целостности. Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Звук Л говорит о сильно развитых родственных чувствах. Звук Н в имени этого человека считается знаком протеста. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Звук О не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Расположенность к лени у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Буква Н в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Часто люди с гласной О склонны к консервативному образу мыслей и принципиальность сковывает их возможности. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Обладатели буквы Н в этом имени отличаются стойким характером и умом. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Эти люди умеют организовать других людей. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.